Друзья, приветствую всех. Мои дамы, все в Москве. И сейчас всего лишь полпервого ночи. Думаю, что самое время пересадить молодняк из брудера вон в ту клетку. Но на самом деле, завтра много дел. И я сегодня днем щеманул немного. Наверное, первый раз за последний год. Вот. И как бы чувствую угрызение совести. Надо поэтому поработать подольше. Вот, значит, сейчас мы эту клетку обтянем с вами пароизоляцией. Ну, я объяснял, для чего я это делаю, чтобы птица не засирала стены. Вот. Где-то через пару недель у нас должен появиться поликарбонат для доделки вот того загона для индейки. И будет, я надеюсь, еще кусок, который я смогу использовать вот на крышку для брудера индейшного. И, наверное, я переделаю вот эту конструкцию, покажу, как я хочу, ну, потом покажу я, как планирую я там сделать, чтобы мне не заниматься вот этой вот ерундой каждый раз с натягиванием вот этой вот пароизоляции. Ну, я приступлю, а вы смотрите. Итак, мы натянули пароизоляцию, значит, вокруг клетки с двух сторон. Вот с этой стороны. И вот с этой стороны. Кстати говоря, вижу, вот у многих клетки стоят к стенке впритык, вплотную, да? Не знаю, мне кажется, это утопическая идея, потому что стена даже из металла настолько загаживается пометом, что очистить ее очень тяжело. Я уже не говорю о штукатурке простой там, или тем более дереве. Тут, мне кажется, ее будет не отмыть никогда. И в свою очередь, для сохранения помещения, да, его, скажем, внешнего вида и функциональных способности, я не планирую ставить клетки впритык к стенам. Я уже сказал, что в будущем вот это вот решение, оно несколько изменится, но об этом я позже расскажу. Вот, в общем, вот так мы это все затянули пароизоляцией, прорезали отверстие для того, чтобы трубки могли вот свободно выходить с ярусов. Поставил я бак. Сейчас мы его заполним, ну не сейчас, а чуть позже, заполним его водой. И следующее, значит, что нам нужно сделать, это опустить поилки. Цыплят у нас маленькие, возраст их, так, сейчас скажу, 19, наверное, дней, около 19 дней, может быть 20, может быть 18, ну в районе 19. Я их рассажу в два яруса пока, чтобы помет чистить с двух ярусов, и им будет потеплее. Потому как сейчас у нас на улице прохладно. В курятнике на данный момент у нас 19 градусов. Это вверху, давайте внизу посмотрим для порядка. О, внизу вообще дубак 16. Вот, поэтому я их посажу на второй и на первый ярус. Ну, смотря откуда считать. Короче, на верхний и на средний ярус я их посажу. И чуть позже, уже когда они подрастут, мы их рассадим еще и на нижний.
Вот, все, сейчас я опускаю поилки на двух ярусах и начинаем пересаживать. Все, мы переставили, переставили поилки на предпоследнее звено на цепи. Я поменял, они сейчас гораздо ниже, чем были. Положение, в котором они были, это положение для взрослых птиц уже. А сейчас, как бы, можно было еще на одно звено ниже опустить, но они уже крупные у меня, поэтому так нормально будет. Так, кормушки мы ставим ниже, вот на эти перемычки, для того, чтобы птица могла кушать, она еще маленькая, она сверху не достанет. Но я это подробно покажу. Так, воду я пока не наливаю, в общем, я хочу сначала пересадить, насыпать корм им. Единственное, что перед пересадкой нужно наклеить суперские пятерочки на наклейки, где я буду отмечать, какое количество на ярус я сажаю. Наклейки наклеены, чтобы не сбиться в счете, я каждые 10 штук, посаженные на ярус, отмечаю просто черточкой. А потом уже внизу пишу количество, сколько у меня на ярусе оказывается птиц. Так, мы начинаем. Пересаживаю я по 2 штуки, как вы видели. Сейчас я пересадил 10, ставлю отметку. Ориентируюсь я приблизительно, что у меня здесь 80 с чем-то штук. Поэтому я сажаю на каждый ярус, на 2 яруса по 40. А дальше уже будем смотреть, сколько останется. Вот смотрите, насколько разные по размеру попадаются бройлеры. Вот это петух явно, это курочка, но она очень маленькая. Неизвестно, живот мне, но пока рано говорить. В общем, вот такая мелкая, да, курица по сравнению с таким вот довольно-таки крупным петухом. Так, 20 штук уже на верхнем ярусе. Я сейчас еще поставлю одну меточку и выключусь, наверное, чтобы не затягивать ролик. Итак, мы посадили по 40 штук на каждый ярус, на верхний и средний. И у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. То есть здесь, оказывается, у нас было 89 штук. И вот такой момент. Сейчас я вам постараюсь показать. Вот такая нежная организация душевная у бройлеров. Один не выдержал пересадки и отошел. Прям, можно сказать, у нас на глазах. Так, все, мы сейчас распределяем по 2 ярусам оставшихся и записываем точное количество на бумажку. Вот хочу показать. Смотрите, отреченный, вялый, не борется за жизнь, да, крыльями не машет. Думаю, что ждать ничего хорошего от него не стоит. Если его посадить, то он
Ну вот он никакой. В принципе, он и по размеру маленький. Если я сейчас поставлю метку ему на лоб, я поставлю ему метку на лоб, и с вероятностью, ну пускай будет 60%, толку от него не будет, скорее всего он сдохнет. Вот я его пометил, чисто для себя, чтобы, ну, подтвердить свое предвидение, скажем так, или опровергнуть. Последний получается на верхнем ярусе у нас 45 штук, на среднем ярусе 44. Сейчас мы насыпем в кормушки им корм, нальем воду и, в принципе, все. Но я покажу. Все, мы налили небольшое количество воды, проверили, что, извиняюсь, что все поилки, все непиля работают, вентиль отрегулировали на нужное нам положение. Насыпаем корм. Так, все, мы насыпали корм. Вот такая высота установки кормушек. Вот так птица ест. Сразу находит она, как это делать. Сразу она находит, как пить. Так, сейчас надо чуть-чуть поправить поилки. Вот это вот немного... Ее надо поровней, короче, поставить. Корм мы насыпали. Проверяем, что поилка, чтобы ни пиля не текли на поддонах, чтобы было все сухо. Бывает такое, что во время промывки что-то ты не так некорректно поставишь какую-то ниппельную поилку, и вода попадает на поддон. Сейчас я все это проконтролирую, проверю. И, в принципе, вот, как говорится, в добрый путь, в путь набора массы. Так, ну все, в принципе, наша пересадка завершена, поилки отрегулированы, вода налита, кормушки также отрегулированы по высоте, в них насыпан
Маркорм. Это Purina Start, дорогущий, так как Маркорма пятерки не было. С 21 дня начнем добавлять ПК-6 Маркорм. И где-то в 23-24 перейдем на ПК-6. Все, желаем птичке хорошего роста. Вам всем спасибо за внимание. Всем пока. Ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. Всего хорошего.